Пришла посылка только что. Это я цветочки заказывала. Сейчас посмотрим, что именно. В общем, буду открывать. Так, вот открыла. Так запаковано. Бумага. Ничего нету. Так, это листочек, что мне должно было прийти. Ладно, дальше. Дальше. Очень интересно запаковано. А туда. Вот так сайт называется. Книжечку прислали, как садить. Ну это ладно. О, Изабель, не хочешь мне помочь? А не там. Так. Ой, как они запаковали. Вот они. Саженцы мои. Саженцы. Саженцы. Розы. Смотрите, это розы. А теперь... А, нету. А я думала, будет... как сказать? Будет какая... Какую я заказала. Ну, в общем, вот она какая будет. Черная роза. И вот такой саженец тоже. Вот такая вот будет роза. Парфюм розы. В общем, теперь надо будет искать место, где это ее посадить. Как посадить? А, вот это моя прелесть. Вот книжка. Как садить цветы. Очень много разных, но вот именно стоит вот как розы садить. Будем сажать. Почитаю все хорошо потом. И буду сажать розы. Надо быстро видео сделать. Сейчас в магазины приехали. Изабель узнала, что конфетки ее купили. Так она сейчас заберет. Опять эти конфетки купили в этом. Не в турецком. Он этот. Азиатский. Да. Ну на, теперь бери, все. Я люблю эти конфетки. Ну хорошо. Все, опять увидела. Чупа-чупс, сок такой, чупа-чупс. Да. Это чупа-чупс на такую паучу. Угу. Так, том-ям пасту, она мне нужна. Хочу сделать нудли. С этим, с этой пастой. Так, вот такие тоже японские нудли. Очень вкусные. Так, опять пасту кочуджан, но теперь вот такой квадратной упаковки сделали. Ну, это лапша быстрого приготовления, но я не буду ее использовать по назначению, а как заваривать, да, а я стала делать очень интересное блюдо с ним, как-нибудь покажу, вкусно получается. И чай, какао, вот такой чай, тут что-то, я не знаю, что-то там какой-то набор. Я спросила у нее, я говорю, мне какой-нибудь вкусный чай, она сказала, что здесь какао, пуф райс, бухвайцен, гирюса, бухвайцен, арома, натюрлихи арома. Ну, в общем, посмотрим. Рядом с этим азиатским магазинчиком Томбоумарт купили землю. Я вам видео снимала, что... Мне вчера пришли розы, я сегодня вот садить буду, тоже вам показывать. Вот, и для той орхидеи, которую мне муж купил, надо было купить вот такой небольшой горшочек.
Вот. Потом мы зашли в аптеку. Амброксоль завтра, Хустон завтра дочь купила. И пока мы были в Шведсингене, мы заехали еще в Мюллер магазин. Я купила вот такие духи Джорджо Армани. Очень они мне нравятся. Вот. И тушь для ресниц фирмы Art Deco. Очень хорошая тушь. Даже здесь есть на русском языке. Так, с какой стороны? Так, вот. На русском языке. Клинически протестирован тушь для ресниц Perfect Volume. Придает даже мелким ресницам густоту. Вот. Еще я купила собаки. Что-то она у меня схудала для желудка и кишечника. Такая, не знаю, как сказать. Ну, это жидкость. Вот. В общем, типа витамины. Хочу попробовать ей. Так, а сейчас я переодеваюсь после магазина. И пойду розочки сажать свои. Сегодня 29 октября. 25-26 градусов на солнышке. Вот она, синяя черточка. Вот. Очень тепло, но я хотела показать это дерево у соседа. Уже потихоньку уже опадает. Но я хотела показать, где я хочу посадить. Вот здесь у меня розочка, и вон там. И вот тут у меня очень много пространства, целых, наверное, даже больше, чем метр. Так что вот туда будет хорошо. И вот здесь, от этой розочки до этой, у меня тоже метр. И я хочу вот здесь между ними посадить. Вот так. Вот тут я буду сейчас ямки копать. Пока я тут занимаюсь розами, мне пришла посылка. Одежду для Альки. Она исхудала в последнее время. Не знаю, что с ней. Похудела. И она стала мерзнуть. И она вот так уже стоит. Минут 10, наверное, я ей выписала такую вот кофточку. И она с места не сходит. Аль, пошли. Алька, пошли. Наконец-то. Ну, бегай. Пошли. Да. Ну все, посадила я. Здесь у меня будет черная. А вот здесь вот это. Такая красивая должна быть. Посмотрим. Надеюсь, все, зиму переживет, примется. Ну нет, что-нибудь другое потом. Может быть, посмотрим. Так, тут чуть-чуть прибралась. Пока там лунки для роз делала, лишняя земля была, я ее тут рассыпала в этой грядке, где клубника. И я здесь нашла три кустичка маленьких щавель. Вот этот и вон тот оставила. Вот такой у меня зеленый щавель. Все лето не очень хорошо рос. Кисленькие. О, кисленькие. Надо будет... Кстати, надо будет щавелевый суп сварить. Вот так трава у нас уже пошла.
сильно. Сейчас будем косить. Ну все. Как травой пахнет, да? Свежескошенный. Ну, на сегодня пока все. Я устала. Потому что вот здесь траву прорвала я на этой дорожке. Основной, главной, да? И здесь все вот такая мелкая вся была. Прорвала. Ну, тут еще осталось немножко. Там вдоль забора надо будет сделать. Не знаю, когда. Я устала сегодня. Еще и розы садила пока туда-сюда. Кстати, надо немножко их пролить. Я забыла еще пролить. Чуть-чуть водички надо добавить. В общем, все, готовится у нас к зиме. Огород, да? Дряхлая моя. Ну ты, она бегает, пофигистка. Ну блин, она реально так на бабушку похожа, Клео. Она вся седая, мордочка вся седая, старенькая, да? Лет 11 тебе где-то. Вот, уши опять свиные купили такие, специальные для собак. Грызет. Ну ты реально бабушка, очков еще не хватает. Что ты говоришь, внучек?